Нет, кризис – это именно когда происходит вот это вот обесценивание какого-то прошлого времени жизни. Ну, давайте вот такой пример. Ко мне как-то обратилась участница тренинга, да, у нас была индивидуальная консультация, она говорит: «Михаил, вот такая проблема, говорит, когда мне было 20 лет, я поставила себе цель организовать свой бизнес, сделать этот бизнес автономным, чтобы мне не нужно было каждый день там приходить на эту работу, значит, и там участвовать, заработать себе на квартиру и на автомобиль. Сейчас мне 30, все это есть. Я не понимаю, нафига, потому что у моих подруг, у всех семья, у кого-то уже дети, у кого-то не один, ну, практически у всех есть муж, а у меня даже парня нет. Я не понимаю, зачем мне этот бизнес, его можно было в 30, в 40, в 50 лет организовать все это. А вот этого вот самого главного и ценного, я сейчас понимаю, в моей жизни нету. Нафига это все было? Вот, вот это кризис. Что в таком случае? Не надо никуда откатывать, надо сказать, все у тебя будет, успокойся. Там еще было ограничивающее убеждение, что в 30 лет уже ты никому не нужна. Вот до 30 можно выйти замуж, а надо было мне убрать это ограничивающее убеждение, с одной стороны, и с другой стороны сказать, успокойся, тебе тогда это надо было. Вот тут это редкие случаи, когда осознание того, что с тобой происходит, помогает.